когда-нибудь обращали внимание, что у галок голубые глаза среди врановых? Обратите внимание, галки – птицы оседлые, они также живут в городе в течение всего года. Внимание, помимо портрета и названия, здесь есть также QR-код. Наведя на который смартфон, вы сможете услышать голос этой птицы. Проект помогает познакомить жителей города, что с орнитофауной нашей местности, что птиц у нас не так мало, а на самом деле их очень много, и познакомиться с пернатыми друзьями, которые существуют вместе с нами в городе. Thank you.